Лен, ну, первый матч на сборе завершен. Уверенная победа. Давай вспомним, какие основные моменты, что можешь выделить по этой игре, твои впечатления. Но впечатления, конечно, только положительные, потому что мы выиграли, и у нас акцент на этот сбор выиграть два матча. Первый прошел успешно. Я считаю, что мы выполнили первую задачу на этом сборе. Осталась вторая игра. Вот. Будем сейчас готовиться, восстанавливаться после этой игры к следующей. Но по игре, скажу, моментами мы где-то, наверное, играли не так, как хотелось бы. Но, в принципе, наверное, мы выполнили установку тренера, которую он давал нам. Вот это выиграть, и мы победили. Вот, а какие-то нюансы по игре, я думаю, нам тренер все скажет, сделает какие-то недочеты, нам расскажет и подведут нас к следующей игре. Давай о приятном. Сегодня первый гол именно на уровне сборных, да, получается, был еще матч, по-моему, со Строгино, да, где ты забивала, но именно, так скажем, в официальных матчах это первый гол. Давай вспомним, ну и твои эмоции по поводу гола уже теперь. Ну, эмоции, конечно, классные. Вот, там не помню, как момент произошел. В принципе, отскочил ко мне удачно мяч, и я своим, можно сказать, фирменным ударом, когда я, ну, практически все голы, наверное, так забиваю, обводящим в дальний угол. Вот, очень рада. Спасибо команде, которая тоже причастна к этому голу. Вот, помогли мне. Вот, а так эмоции, конечно, тоже самые положительные. Я очень рада, что смогла забить сегодня за сборную в официальном именно матче. Вот, и, конечно, я очень рада. Мы так часто играем с африканскими командами, что скажешь о сопернике, как тебе? Ну, соперник, конечно, хороший, такой мощный, быстренькие игрочки у них там, конечно, есть. Было тяжеловато, то есть в борьбе с ними тоже тяжело. Вот, ну а так, в принципе, хорошо, что нам удается сыграть такие матчи. Вот, может, даже и не прямо это официальные. Вот, но надеюсь, что дальше будем еще играть с разными соперниками, вот, потому что я думаю, для нас такие матчи это полезно и для нас, и, ну, в принципе, и для всех. Вот.